Так, привет тем, кто пришел сюда с первого видео, тем, кто присоединился только что и не видел первой части, то я поясню, что в первой части я рассказывала про сетевую косметику, широко известную, только в той части, в которой я лично с этим сталкивалась, или что-то слышала, что-то знала, что-то могу прокомментировать. Вот конкретно речь шла об Орифлейме, Эйвоне, Фаберлике и Дешели. Вот. Во второй части я обещала рассказать о своих воспоминаниях, как я ходила в какую-то фирму, которая продвигала уходовую косметику сетевым способом. Так. В общем, что я еще вспомнила в перерыве между записью первого и второго видео? Я подумала, неужели вот так мало? Вот всего-навсего три продукта сетевой косметики я могла вспомнить за всю свою жизнь и те, которыми я пользовалась. Но это невероятно мало все-таки. Один раз тушь, один раз тени, один раз помаду. Ну, в общем, как-то маловато. Я припоминала и вспомнила, что на самом деле я делала заказов намного больше. То есть гораздо чаще попадали эти каталоги мне в руки, и я что-то хотела получить, заказать, но мне это просто не удавалось, потому что я отсылала вот эту бумажечку с написанными номерами, и косметика мне не приходила. Я не помню уже почему, но последний раз это было на прежней съемной квартире, где моя соседка этим занималась, у нее был каталог, не помню даже какой точно, я там сделала заказ, и, в общем, только сейчас вспомнила, что год назад это все было, и так я ничего и не получила. Вот. Но, соответственно, деньги тоже не заплатила, потому что там нужно было заплатить при получении. Ну, так что вот, что-то как-то неудобненько лично мне этим заниматься. Потом вот подруженца моя пользуется Фаберликом, соответственно, кто-то у нее в лаборатории распространяет этот Фаберлик из девушек. Так вот, там просто для того, чтобы даже добиться этот каталог посмотреть, нужно встать в какую-то очередь, потому что его, во-первых, не дают насовсем. Его дают буквально на один вечер и ночь, как мастер и Маргариту 80-е годы. Ну, в общем, все это неоправданно, при том, что в магазине можно купить все то же самое, не сильно дороже и не хуже. Ну, в общем, я уже говорила об этом. Ну и еще один аспект, о котором я в прошлом видео не упоминала, но это, собственно говоря, предмет престижа. То есть явно не Орифлейм, не Эйвон, не что-то в этом роде престижной косметикой точно не является. Одно дело, если вы пользуетесь этим дома, там наносите макияж или используете уходовые какие-то продукты, и вам это все приятно, нравится, вопросов нет. Но другое дело, если для вас имеет какое-то значение, я понимаю, что не для всех, но тем не менее есть ситуация, когда это значение имеет. То есть достать из сумочки там пудреницу Орифлейм и пафосно припудриться уже не получится. Потому что вы Орифлеймом, скорее всего, серьезное какое-то сообщество насмешите. Вот, то есть в каком-нибудь серьезном, ну я сейчас фантазирую, конечно, банке, там надо доставать уже из косметички что-то шанелистые, диористые, там, какой-то еще французистые. Что посерьезнее, то есть Орифлейм это совершенно, и Эйвон, и все вот эти вот дела, это совершенно, конечно же, не косметика престижа, это точно. Вот, понятно, что не для всех это имеет значение, но для тех, для кого имеет значение, да, тоже, конечно, это отпадает. Вот. Еще я вспомнила свой поход в сетевую косметику Эдельстар. Это было довольно давно. Тогда я еще рассматривала это еще отчасти тоже как вариант своей подработки во время студенчества. Организовал Эдельстар известный на тот момент предприниматель Довгань. Вот тогда появилось несколько брендов, таких как Довгань хлеб, Довгань пицца. Вот, ну, вот это вот Довгань хрень, которую назвал Эдельстар. Вот там качество вообще было запредельно низкое. То есть что-то я тогда покупала карандаш, помаду, что-то для мужчины, то есть там какой-то гельчик, какой-то что-то вот для бритья.
Ну, в общем, все полная ерунда. Совершенно не стоило потраченных денег. Я помню тогда, что расстроилась. Вот именно из-за того, что дала деньги и была недовольна качеством. Сейчас, по-моему, модель Star уже давно не существует, но, может быть, существует по каким-то другим названием. Может быть, это и есть Faberlic, то есть я не отслеживала специально. Вот, итак, сейчас будет рассказ о том, вот как я ходила в фирму, занимающуюся уходовой косметикой. По приезду домой в Нижний Новгород я заметила в холодильнике у мамы бутылочку со средством какую-то. Вот. Но она выглядела как-то вот буквально вот так. То есть никакая бутылка, просто из темного пластика. Ну, она была не такая, она была побольше в несколько раз, покрупнее. То есть без всяких причуд. И на ней было какое-то название, этикетка тоже совершенно скромная, напечатана чуть ли на печатной машинке. И жидкость внутри была зеленого цвета. Название было производное от слова хлорофилл. Ну, хлорофилл это зеленый пигмент растений, поэтому не видно, что все это было зеленое. И позиционировалось как иммуномодулирующее средство, то есть средство, которое укрепляет, естественно, иммунитет человека. Я почитала быстро, бегло состав на задней стороне, ничего там, по крайней мере, страшного не нашла, но какой-то обычный состав, который годится для состава любого растения, в принципе. Вот, ничего особенного. Вот. И даже тогда мне мелькнула мысль, что, может быть, мне стоит тоже средство приобрести, тем более, что мама так его усердно рекламировала, какой она замечательно купила эликсирчик. У нас дело в том, что в Пущино среди студентов, ну вот как-то проблема с заболеваемостью, простудными заболеваниями, вообще заболеваемостью была высокой. Но, может быть, это было связано с плохим питанием, там, с дурацким графиком работы, еще с чем-то. Мы постоянно спасались специальными такими студенческими бутербродами, содержащими огромное количество лука, чеснока и всяких таких вот от семени дуг естественными природными средствами. Но, в общем, даже в какой-то момент я подумала, может быть, стоит мне тоже это купить, привезти с собой, там, чтобы перезимовать. Вот другое, что мне с гордостью показала мама, это был крем в банке примерно такой же, как из-под майонеза. У нас в Нижнем Новгороде есть совершенно замечательный масло-жировой комбинат, который производит превосходное мыло и совершенно замечательный вкусный майонез. Вот. И майонез идет в таких полимерных банках, но вот они похожи на что-то вот такое, только такие беловато-кремового цвета, бесцветные. И вот здесь вот было написано, собственно, что за средство внутри, то есть какой-то крем. И мама мне объяснила, что этот крем чуть ли не панацея от всех недугов. То есть он, во-первых, превосходно действует на кожу, и, во-вторых, он даже лечит гипертонию. В принципе, честно говоря, я все это пропустила мимо ушей, и так бы, наверное, и не задумывалась об этом ни разу, потому что свои дела, там, приезд в город, много надо было что успеть. И я бы никогда бы не ввязалась в эту историю, если бы мама просто не попросила меня сходить навстречу этих замечательных распространителей, что-то ей конкретное купить, потому что она вот не могла, что-то у нее по графику там пересекалось. Попала мама туда в качестве потребителя очень просто. Какая-то ее подруженция по духовным практикам просто ей в свое время рекомендовала. И то ли отказать было неудобно, то ли мама заинтересовалась, но, в общем, так она туда и влипла. Вот. Первое, что меня удивило, это стоимость.